Человек для государства или государство для человека? Именно об этом мы сегодня поговорим в студии с Людмилой Дубовой. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Давайте начнем, пожалуй, с того же самого вопроса. Как считает, допустим, большинство россиян, как считаете вот вы, как гражданин нашей страны, что приоритетнее? Ну, вы знаете, я боюсь, что мое мнение будет отличаться от мнения большинства россиян. По опросам социологов, к сожалению, наши сограждане очень мало ценят свободу личности, права человека. Но на самом деле ведь именно там, где есть уважение к человеку как к личности и соблюдение основных прав и свобод, только там государство по-настоящему сильное, где соблюдается свобода слова, свобода собраний, митингов. Вот там государство существует для человека, и это сильное государство. Ну, возьмем, например, Соединенные Штаты. Это разве слабое государство? Нет, конечно. Нет, конечно. Это сильное государство, это сильная страна, но, тем не менее, там права и свобода человека соблюдаются. И ничего, государство от этого слабее, как мы видим, не становится. К сожалению, в России мы продолжаем жить по старому принципу, что человек для государства. Ну, мы все помним, да, сначала думая о родине, потом о себе. И вот нам это вдолбили, вот, ну, по крайней мере, нам, вот, старшему поколению, да, вот, с нашего пионерского детства начиная, сначала думая о родине. И вот в исполнении этого лозунга, сначала думая о государстве, в общем, сколько жизней погубили ради этого. Это и десятки миллионов в ходе гражданской войны, и голодомора, устроенного большевиками. Вспомните сталинские репрессии, когда миллионы погибли в лагерях и были расстреляны. Да, разумеется, это ужасное время. Ну и во время Великой Отечественной войны, когда воевали числом, а не умением, когда просто врага побеждали не стратегией и хорошим вооружением, а заваливали банально трупами солдат. Числом, количеством. Вот мы коснулись государственных интересов. Не может ли быть такое, что вот эта вот фраза прикрывает чаще всего какие-то, может быть, лазейки или произвол начальников больших, маленьких? Это всех уровней, да, совершенно верно. Да. А что говорит мировой опыт вообще по этому вопросу? Ну вот очень интересный пример приводит редактор журнала «Знания» Игорь Харичев. Он рассказывает о том, как работает городской совет в Сан-Франциско, в Штатах. Во-первых, мы все знаем, что у нас депутаты, ну, нашего ЗАГСа или любого другого городского совета в любом городе Российской Федерации, это освобожденные должности, они получают зарплату за то, что они депутаты. В Сан-Франциско не так. Там нет освобожденных депутатов, они продолжают работать у себя на работе. Ну, кто где там, да? И собираются один раз в неделю по средам на заседание. Более того, в здание горсовета может прийти любой гражданин. То есть это просто... Вот просто, допустим, взять с улицы и прийти. И ему не нужен для этого никакой пропуск? Ничего не ему нужно. Ему не нужно ни с кем договориться? Ну, единственное, что, ну да, конечно, на входе стоят металлоискатели, но если ничего нигде там не зазвенело, человек может спокойно пройти в здание, его никто не остановит, никаких спецпропусков, не надо никакого кордона проходить и 10 печатей на этот пропуск ставить. И то есть он может просто посмотреть, во-первых, что там происходит и как-то совершенно верно, поучаствовать в этом заседании? Он может... Значит, он может прийти, он может поучаствовать. Но, естественно, есть установленные правила, да? Uh-huh. Вот у них есть кабинет для заседаний, который разделен на две части. Uh-huh. В одной части заседает совет, в другой части могут присутствовать обычные граждане, которые наблюдают за заседанием этого совета. Значит, там же человек может прийти к любому должностному лицу. Он может прийти к шерифу, он может прийти к прокурору, он может прийти к казначею, по любому своему вопросу. И тут же этот вопрос... утрясти и решить свою проблему. Вот в примере, который приводит Харичев, к началу заседания, ну, примерно два десятка человек собралось в зале заседаний, просто граждан, сторонних наблюдателей. Ну, в принципе, идея-то, конечно, неплохая. Попробуйте у нас так прийти на заседание горсовета. Вряд ли что-то выйдет. Конечно. Ничего не выйдет, вообще ничего, от слов совсем. С какими вопросами вообще могут приходить люди на заседание вот этого совета в Сан-Франциско, например? Ну вот, опять же, со слов Харичева, который наблюдал все это воочию.
Значит, каждый гражданин, пришедший на это заседание, имеет 3 минуты для озвучивания своего вопроса. Любой. Любой, у всех равные вот по 3 минуты на каждого желающего. Ну вот, например, сначала к микрофону вышла пожилая женщина и поведала о том, что она приехала из другого города, но ее обокрали. Ее обокрали, машину обнесли, и ей не на что купить бензин, чтобы, значит, добраться до дома. Что решил горсовет? Горсовет решил выделить ей соответствующую сумму, чтобы она могла купить бензин, чтобы она могла, в конце концов, на еду, да? А шерифу, соответственно, было указано на неудовлетворительную работу, что вот в его округе такие дела происходят, что человека ограбили. Женщине помогли, шерифу сделали втык. Вот прямо на заседании. Вот так вот. Потом были жалобы на то, что, например, плохо убирают улицы. Ну, соответственно, тоже тут же, значит, совет дал указание соответствующим службам разобраться, навести порядок. Ну, это достаточно бытовые вопросы для обсуждения. Правильно. Конечно. А с какими же вопросами должны приходить простые граждане? Решать проблему отправлятелей, прошу прощения, войска в Сирию? Да нет, их интересует уборка улиц. Их интересует уборка улиц, а не то, чья там Сирия и что там будет дальше. Или какой-нибудь еще Крым наш. Да? Нет, людей интересует, что делается у них во дворе, в доме, на улице, там, в школе, в детском садике. Вот проблемы людей. И это их интересует, это и должно их интересовать. Потом к микрофону вышла женщина, молодая, симпатичная, и понесла откровенную ахинею. Ну, то есть она была явно ненормальная, но ее никто не перебивал. Ей дали договорить, у нее были положенные 3 минуты. И все терпеливо ждали. Ждали и депутаты совета, когда она договорит. Ждали и все остальные граждане, когда она договорит. Никто не осуждал, никто не перебивал, не затопывал, не захлопывал. То есть каждый, независимо от своего социального статуса, умственных способностей, чего-то там еще, цвета кожи, формы носа, не знаю чего еще, имеет право высказаться в течение отведенных ему 3 минут. Ну, конечно, это уже государство для человека в полном смысле. В полном смысле этого слова. Я хотел бы еще поподробнее остановиться на именно проходе в Думу, например, или на заседание. Насколько я знаю, в России тоже может человек просто вот взять и прийти в Думу, ну, соответственно, по пропуску и так далее, но при этом он может зайти в кабинет депутата, например, который его пригласил, но в заседании поучаствовать не может и, соответственно, внести какие-то вот свои пожелания в работу или просто рассказать о чем-то он тоже не может. А почему вот существует такая разница? Почему так? Ну да, вот тут мы видим принципиально разное отношение к человеку как к личности, да? В развитых странах, ну, в США, в Западной Европе и у нас. Ну, на самом деле, честно говоря, в России особого уважения к человеческой личности не было никогда. К сожалению, вот такая вот история и в Российской империи, и в Советском Союзе. Человек был, ну, мы все знаем такое выражение, что человек это просто винтик. Ну, все мы слышали о том, что человек это винтик в большой государственной машине. Вот так у нас к человеку и относились. А ведь уважение к простому человеку, ну, вообще не люблю это выражение «простой человек», как будто есть сложное. Ну, давайте уже условно, да, называть вот простой человек, рядовой гражданин. И вот уважение к простому человеку, которое в Западной Европе давно уже укоренилось, оно рождает принципиально другой тип государства. Это государство, где главенствует право, где главенствует закон, где у человека есть неотъемлемые права, данные ему при рождении. Реально защищена, очень важно, там реально защищена частная собственность. Вот в прошлый раз мы с вами говорили, да, что можно, конечно, свое дело открыть, да, но нет никаких гарантий, что не придут и не отберут. А вот там есть реальные гарантии частной собственности. И не случайно именно в Европе с 17 века развивается и наука, и промышленность, которые, в общем, подарили все известные блага современной цивилизации. А все пошло оттуда. А начинается все с уважения к человеку, к личности, соблюдения его прав. Вот так. Без соблюдения прав и цивилизации не будет, и достижений не будет. Ни айфонов, ни смартфонов. Все начинается с этого. Ну, раз уж мы коснулись с вами человеческой личности, вот у меня сложилось такое мнение, что
каким образом вообще может появляться какая-то культура в этом плане, в плане отношения к человеку? Если, не знаю, крепостное право у нас отменили только во второй половине 19 века, СССР тоже не славился особыми какими-то свободами, что для личности, что для каких-то таких житейских вещей. Как тогда формироваться культура должна? Ну, совершенно верно. Вы знаете, на самом деле у России были шансы все это изменить. После отмены крепостного права в 1861 году в России стала более или менее развиваться промышленность. В начале 20 века, мы все помним, даже есть такое, да, русское экономическое чудо начала 20 века, когда бурно стала развиваться промышленность. Ну, да, стали стремительно нагонять такие страны, как Великобритания, Франция, пока не пришли большевики. Потом пришли большевики и снова отбросили, соответственно, страну намного назад. Мы снова стали отставать, потому что свободы опять у нас скукожились и, в общем, пришли к нулю. С приходом к власти большевиков опять фактически большая часть населения стала абсолютно бесправна. Крестьяне стали фактически опять крепостными, только они теперь были приписаны не к барыне, да, а к колхозу. У крестьян паспортов не было до 60-х годов. А что это, как не крепостное право, когда ты без паспорта никуда не... Ты не можешь в город уехать, например, там податься на заработки. Не можешь. Не учиться, не работать, ничего не можешь, потому что у тебя документов нет. Ты вот приписан к колхозу, и все. Ну, что это? То же самое крепостное право. Это полное отсутствие мобильности. Но это отсутствие прав вообще, элементарных прав. Элементарных прав. В начале 90-х был еще один шанс вырваться в цивилизованное русло. Ну, к сожалению, пришедший на смену демократическому, более или менее какому-то демократическому управлению в 90-х годах, сейчас так называем, ну вот что мы, ползучий ГКЧП, то есть ползучий опять откат вот туда, вот куда-то в сторону тоталитаризма. Ну и мы опять видим подавление прав человека, и нынешние власти тоже, скажем так, не грешат соблюдением прав человека и прав личности. К сожалению, сегодня это опять так. То есть вы говорите именно сейчас про произвол в отношении людей, которые это могут критиковать власть, быть недовольными? И это тоже, безусловно. Безусловно, прессуют любых недовольных. Да? Сколько у нас фабрикованных дел, когда людей сажают только за их взгляды, когда штрафуют за репосты в интернете и сажают за репосты. Ну, а что это, как не тотальное несоблюдение вообще элементарных прав человека? Ну уж я не говорю про свободу слова, а когда блокируют интернет, ресурсы неугодные, а когда запрещают митинги, демонстрации, когда разгоняют митинги, демонстрации, когда избивают людей на этих митингах. А что это, как не тотальное нарушение прав? Свободы слова нет, свободы собраний нет. Частная собственность, если говорить об экономике, не защищена, но об этом мы уже кучу примеров приводили. Ну и что это? Ну то, о чем мы с вами говорим. Несоблюдение прав личности. Просто ни в чем. Ни в чем. Нет соблюдения прав человека. Вот так. Конечно, всегда найдутся люди, которые будут критиковать власть, но это само собой разумеющаяся вещь. А на ваш взгляд, есть ли за что критиковать? Ну, безусловно. Есть за что критиковать нынешнюю власть. Нищенские зарплаты, пенсии, обманутые дульщики, здравоохранение ниже плинтуса, образование ниже плинтуса, развал всех сфер фактически. Всех сфер жизни мы наблюдаем развал. При этом огромные ресурсы в армию, в ВПК, мы опять вооружаемся до зубов, мы опять грозим всему миру, мы отправляем войска в Сирию. Нам есть дело, да, до всего нам есть дело, до Сирии, до Украины, еще там до кого-то, только не до своих граждан. Вот тут нам никакого дела нет. У нас самое главное Крым наш, и мы вот в Сирии воюем доблестно. И грозим ракетами всему миру, у нас же Искандеры, вот тоже. Ну как же, мы же сейчас вот всех тут в радиоактивный пепел превратим. Мы всем грозим, мы уже встали с колен, мы сильные, нас бояться надо. А то, что свои граждане живут, мягко говоря, так себе, но это никого не волнует. При том, что граждане-то живут так себе, зато наши чиновники-олигархи вывозят из страны капитал, ставят себе там дворцы, яхты строят в Европе. Ну и о каком государстве для человека в этом случае мы можем говорить? Коррупция стала стержнем государства. Какое это может быть государство для человека, если оно насквозь коррумпированное?
Но, на мой взгляд, если государство для человека, соответственно, оно будет создавать какие-то системы службы людям. Если оно действительно им служит, будут и системы. Может быть, у вас есть какой-нибудь пример по поводу этого? Да, разумеется. Простите за каламбур, пример, с которого надо брать пример. Ну, например, кстати, вот интересный пример. В Южной Корее есть такая система Open. 30 лет уже существует. Это система полной прозрачности и открытости информации для граждан. Любой гражданин может получить доступ к информации о работе с его обращением. Ну вот первый пример, который мне приходит в голову, с чем это сравнить, да, вот у нас отправляешь, например, посылку и можешь следить. Вот тебе дают номер, значит, это, да, и ты можешь следить, вот твоя посылка вышла, например, из Петербурга, вот она там приехала в Москву на такой-то сортировочный пункт, а потом она поехала, ну, например, там в Екатеринбург поступила, если там вы ее туда отправляли, вот она поступила туда, и вот ты сидишь и по интернету вот отследуешь, где твоя посылка, ты можешь проследить. Вот у них такая же система слежения за обращениями граждан. Вот твое обращение поступило в такой-то департамент, вот его рассматривает такой-то чиновник, вот его передали туда-то, вот такое-то решение будет вынесено в такие-то сроки. Ага, и можно следить, соблюдаются ли эти сроки или не соблюдаются. И, соответственно, потом на это жаловаться. И решение. И, соответственно, когда, значит, твое обращение рассмотрено, решение по нему принято, точно так же гражданин заходит в эту систему, и видит, какое решение принято по его обращению, или если есть отказ в удовлетворении какой-то его просьбы, да? Ну, соответственно, мотивировку этого отказа, которую опять можно оспаривать при желании. То есть все это прозрачно, все это видно, а не то, что у нас послал куда-нибудь там запрос, и все. И он растворился. И будут футболить от одной инстанции к другой. Нет, вы знаете, это не к нам, это вот инстанции ниже. Так я же там уже был, они меня к вам отправили. Ничего не знаю, опять к ним. Приходишь туда, опять, значит, нет, это не к нам, идите к ним. Ну, у нас это на уровне, не знаю, там, жилконторы, поликлиник происходит. Вот снизу доверху у нас такая система. Когда будут тебя своим обращением футболить туда-сюда. И проблему не решит, тупик. Вот, а там не так. После рассмотрения, соответственно, обращение оформляется, кстати, разрешение на тот или иной вид деятельности, точно так же, да? То есть все онлайн? Все онлайн. Лицензии, разрешение там на, не знаю, на торговлю чем-то, на какую-то еще деятельность, да? У нас надо сколько окошек пройти, чтобы вот это все оформить? А там, пожалуйста, там подал заявление, его в положенный срок рассмотрели, вот решение, пожалуйста. Конечно, это крайне удобная система. Вот точно так же открыто можно получить решение, разрешение на использование природных ресурсов, на использование рек, на законные компенсации на строительство сооружений, на применяемые строительные технологии. То есть все сферы жизни охвачены вот этой системой. Более того, граждане даже контролируют своевременность регистрации бизнеса. Строительного, например. Угу. То есть все, чтобы соблюдались сроки, чтобы рассматривались все обращения, чтобы выдавались вовремя разрешения, лицензии и так далее. Более того, совсем интересно. Кстати, вот у нас сейчас в Петербурге идет дискуссия. С июля 2020 года хотят отменить вообще все маршрутки. Коммерческий транспорт. Сделать только муниципальный. Кто-то говорит, да, так и надо. Кто-то говорит, так а как же, вот особенно в новостройках, у нас же теперь мы вообще останемся без транспорта, нам до дома будет не добраться. И мы толком не знаем, что из этого получится. То ли компенсируют действительно какими-то муниципальными автобусами, троллейбусами, то ли нет. Но повлиять на это решение мы не можем никак. Нам вот его сверху спустили и кушайте, что дают. А там, благодаря этой системе Open, граждане даже участвуют в принятии решений, где проложить автобусный маршрут. Вот даже так. Ну, система, безусловно, замечательная, я в этом даже не сомневаюсь, но... У меня, допустим, возникает в голове такой вопрос, а зачем государству вообще лишний раз себя обременять? Зачем им делать эту систему, вкладывать в нее деньги, вкладывать в нее какие-то силы, если, по сути, это усложнение деятельности для самого государства этих служб, на мой персональный взгляд. И как вообще тогда возникала эта система, я не знаю, кто ее придумал? Ну, на самом деле это не совсем так.
это не усложнение, а вот сейчас мы увидим, что это даже несколько упрощает, в том числе и работу государственных органов. А придумана была так, координационно-стратегическая конференция была проведена, которая выявила 26 наиболее коррумпированных сфер жизни государства, потенциально коррумпированных, да. Были определены категории гражданских дел, рассмотрение которых следует проводить публично, где чаще всего происходит правонарушение. Какие именно заявки от граждан, наиболее сложные процедуры удовлетворения, у каких заявок, которые наиболее вот неудобны, сложная процедура рассмотрения, сложная процедура продвижения этих заявок, ответа на них. И вот эти все дела были максимально открыты. То есть были выделены проблемы, максимальная открытость которых позволит, наоборот, упростить работу чиновнику, потому что граждане не будут приставать чиновникам с просьбами ускорить рассмотрение, продвижение их заявок. А если это будет максимально открыто, человек в любой момент зашел и может отслеживать, в каком состоянии его обращение, так всем будет проще, и чиновникам, и людям. Для всех открыто, для всех простые правила. И более того, для чиновников были разработаны стандартизированные форматы ввода данных. То есть тоже, в общем-то, это облегчило их работу. Максимальная открытость и стандартные данные для того или иного дела. То есть, по сути, все находится в балансе. Да. Одни тратят меньше времени, другие... Совершенно верно. Знают, а другие всегда знают, что происходит. Что происходит. Ну, просто упростили вот эту бумажную процедуру, свели ее к минимуму. Вот и все. И 1 февраля 1999 года была создана экспертная комиссия, где были собраны люди, обладающие большим опытом проведения аудита. Аудита, инспектирования, с тем, чтобы определить, какие дела должны подлежать огласке. И были проведены консультации с соответствующими городскими департаментами. Комиссия проанализировала весь объем поступивших заявлений от граждан о предоставлении разрешения, о лицензии на какую-либо деятельность, по названиям проектов, особенности процессуальных процедур. То есть все вот это, где наиболее вероятно была вот коррупционная составляющая. Или какие-то еще нарушения, которые, значит, потенциально могли чиновники допускать при работе с данными обращениями. И в конечном итоге вот были эти самые 26 социальных сфер, были отобраны для помещения вот в этот открытый интернет-ресурс. А как вообще граждане отреагировали на появление такой системы? Понравилось ли им это или они просто не пожелали разбираться? Ну... Во-первых, я думаю, что раз люди этой системой пользуются, то они как-то вынуждены в ней разбираться. Ну, а по поводу понравилось, не понравилось, был проведен социологический опрос. Опрошено 1245 человек. Более 83% из которых сказали, что действительно эта программа способствует достижению прозрачности. А 72,3% респондентов заявили, что она удовлетворяет их интересам. Во-первых, прежде всего потому, что она исключает личный контакт с чиновниками. Не нужно ходить, не нужно бить челом, просить, давать взятки и так далее, что все можно сделать онлайн. Все прозрачно, все доступно, все открыто. И за прошедшие годы правительством Южной Кореи было переведено на эту систему вообще все сферы деятельности, все государственные службы и центрального, и местного управления были переведены на эту систему. То есть уже не 26 сфер, а уже, в общем, все сферы жизни переведены вот в эту открытую систему. Ну, конечно, это звучит просто как какое-то чудо. Недавно Корея просто была сверхотсталой страной, не так уж давно это было. Поэтому, ну, я, если честно, восхищен этим примером, но я думаю, у нас есть куда стремиться. Есть куда стремиться, совершенно верно. Спасибо, Людмила. Спасибо. Сегодня мы поговорили о том, как государство относится к человеку. Темой нашего следующего выпуска станет о том, как человек должен относиться к закону. Причем не обычный человек и даже не высший чиновник, а президент. До встречи в следующем выпуске.